Друзья, много существует в мире разной еды, кухни. Так, у меня, кажется, камера вспотела. Точно. Но ничего лучше галушек из кукурузной муки и куска мяса не существует. Естественно, с чесноком. Такие вот дела. Кукурузная мука, кстати, очень полезная. Раньше вот у нас в горах стоят солнечные могильники, называются Малхкашмаш. Там лежат наши предки, которые сами уходили, когда уже были больными. Это в то время был такой благородный жест. Уходили умирать сами, потому что, чтобы не быть обузой для родных. И там они умирали. И вот, когда находят их кости, люди замечают, что они были очень... То есть даже зубы их, они все белые. То есть нету ни одного камня на зубах. Это все почему? Потому что они тогда ели только кукурузные лепешки. В общем, все делалось из кукурузной муки. Ну, естественно, мясо ели. Но мясо обязательно ели по возможности, конечно, с этими зеленью. Потому что, когда просто жирное мясо ешь, это не так прикольно. Точнее, даже не то, что не прикольно, а чтобы одним словом жирным не стать. Но так как они по горам двигались постоянно, были в движении, то им это не грозило. А современное общество, как вы сами понимаете, постоянно сидит, вот так я образно говорю, перед телевизором или перед Ютубом. Поэтому и набирает вес. Поэтому ешьте самое лучшее, экологическое, чистое. И будьте здоровыми. Естественно, не забудьте отказываться от продуктов ГМО. Вот у нас недавно тут проходила акция, проходит. Был я на демонстрации против ГМО. И сейчас не буду полный там расклад давать. Если в трех словах, это меняет ген, человеческий ген меняет. То есть вы можете вообще, одним словом, это очень страшная вещь. Поэтому эту тему обязательно поддерживайте, не будьте равнодушны. Что я пока выключаюсь, смотрите Анзор ТВ, двигаемся в Голливуд, солнечную Калифорнию.